Если в структуре управленческой команды есть люди, которые знают достаточно серьезный регион, здесь сделали свою карьеру, здесь учились, и есть люди, которые пришли из внешней среды, это увеличивает управленческую компетентность самого правительства. Да? Потому что, с одной стороны, когда есть опора на укорененных профессионалов со знанием специфики, а с другой стороны, есть в том числе и люди, обладающие опытом работы в других регионах, всегда есть возможность консолидировать этот опыт и использовать его в качестве базы для новых управленческих решений. Это тот самый принцип обновления, который позволяет не застаиваться на одних и тех же традиционных методах. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в новой структуре, которую представил Глеб Сергеевич, появилась сама должность заместителя губернатора по внутренней политике. Мне кажется, это действительно очень актуально с учетом тех задач по развитию региона, которые перед нами ставит и президент, и Глеб Сергеевич Никитин. Блок подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. И это требует, мне кажется, такой отдельной положительной оценки, потому что это придает значимость тому событию, к которому мы безусловно, все очень готовимся.